чувствуете, как следует дефолт. Класс. Мы тут как в театре, в небольшом, таком, теплом. Женя просто не сказал, а наш помощник, я не знаю, я очень рад, что Наташа сегодня пришла и с нами играет, это добавляет очень многое. Я надеюсь, вы почувствуете это. Thank you.
Последний день, 29 число. Вообще, даже где-то жаль людей, которые родились в этот день. У них как-то раз в 4 года это происходит. Вот. Ну, весна впереди, а это что? Это любовь, цветы. Вообще, все такое романтичное. Yeah.
всем любви, хорошей, крепкой. Славик мне сказал, надо расслабиться. А ты переживаешь. Ты на нервах мне сидишь. Сырьяночки, может быть. Здесь все свои, да. Или рюмку какого-нибудь ликера. Водички, ребята, может быть. Андрюха, принеси водички. Растаю, как снег.
Это была наша песня на слова Влада Чеки. Группа Чека такая была. Так, немножко прибодримся. Дайте ему уже видеть.
Но сейчас тут не поторопишься, будет дальше романтика. Можно подпевать, там вот такой припев очень знакомый. Это как бы наша кавер-версия какая-то. Правда, мы напридумывали тут больше, чем в исходе. Спасибо тем людям, которые вообще придумали эту песню изначально.
Следующая композиция – это такой привет прошлому ансамблю Саше Коржову и всем моим друзьям. Они пора уже вышли. Да я знаю, я там часто. Я надеюсь, что вот, кстати, вот надеюсь, что Саша Коржов однажды спустится в этот подвал со своим творческим, именно творческим коллективом и выдаст здесь именно творчество. Он, у него все в порядке с этим, просто почему-то он это не показывает. Я уже приглашал. Да, хорошо. Финальная сегодня. Сережа, я приглашаю на сцену Сергея Безгодова. Это, я бы сказал, гитарный фронтмен группы The Perfect Substance. Вот. Это мои друзья, а Сережа у нас получилась когда-то совместная композиция, песня «Небо» называется. То есть Серега задал тон, а я предложил. Давай сделаем так. Следующая песня, она такая размеренная, если вы будете в ритме хлопать, это, по-моему, будет очень круто.
проснуться небо. Я обещал вернуться. Следующий ансамбль «Мистер Скотков», Юра Жванецкий и компания. Давайте их сюда пригласим быстренько.